Добрый день, меня зовут Пантелеев Мирослав Владимирович. Я пришел на кунг-фу в связи с тем, что у меня большие проблемы со здоровьем. У меня большие проблемы со спиной, непосредственно с атлантой, непосредственно перенесенные стрессы дали о себе знать. Я знаю одно, и я уже этим занимался, я в это верю, что мне только кунг-фу сможет помочь. Ни лекарства, ни врачи, ни кто-то еще. Это пройденный этап. Тот, который уже отразился в ней в лучшую сторону. Кунг-фу я уже когда-то занимался 4 года назад. И скажу так, честно и откровенно. Это то, что может вывести человека на более высокий уровень и помочь ему со здоровьем. Я думаю, что через 6 месяцев этот результат будет виден налицо. Не только, скажем, со спиной, но я думаю и со всем остальным, скажем, телом, над которым я буду работать интенсивно и с верой. А вера — это то, что может вывести нас на большой-большой путь и помочь нам развиваться и жить так, как мы хотим, так, как мы этого желаем, так, как, извините, кунг-фу – это не только здоровье, это еще философия, это видение, это просветление. И я хочу этого достичь, и я это сделаю. 4-5 лет назад я это уже прочувствовал на себе. Я уже имел результат тот, который я хотел. Я имел просветление, я имел изменения в своей осанке, я изменял изменения в своей жизни. Но за это время, скажем, когда я ушел, произошли изменения в жизни в социальной сфере. То есть это были стрессы. Один за одним. Один, второй, третий. В конечном итоге все стрессы когда-нибудь сказываются. Меня просто поломало, скажем так, по новой. Я пришел начинать с нуля. Теперь я здесь перед вами говорю так, как оно есть. Я верю в кунг-фу, я верю в Евгению Владимировичу, я верю в эту школу. Я знаю, что она принесет мне тот результат, который я хочу иметь. Спасибо.